Всем мир добра, меня зовут Саида, вы на канале Домашний Очаг. Сегодня приготовим вот такой турецкий вкусный хлеб. Готовить все быстро, просто, как всегда, все по-домашнему. А вы не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. Здесь у меня 2 стакана теплой воды, 1 стакан теплого молока, масло растительное, дрожжи, соль, сахар. В чашку наливаем молоко, воду. Добавляем дрожжи. И все хорошо перемешиваем. Здесь я отвесила ровно 1 кг муки. Начинаем подсыпать. Все сразу не добавляем, так как у всех мука разная. У вас может уйти либо больше, либо меньше. Замешиваем сначала лопаткой. Добавляем растительное масло. Добавляем соль, сахар. И постепенно добавляем муку. Начинаем замес рукой, чтобы чувствовать тесто. Тесто будет немного липнуть к рукам. Это нормально. Еще немного подсыпаем и замешиваем. Осталось муки у меня ровно 150 граммов. Муку далеко не убираем, все равно она нам еще пригодится. Вот у нас 150 грамм муки. Убираем в сторону. Накрываем чашку нашу крышкой. Оставляем в теплом месте где-то на 30 минут. Прошло 30 минут. У меня здесь водичка. Смачиваю руку водой и начинаю обминку. Как начинает липнуть, смачиваю еще раз водой руку. И делаю обминку. Тесто очень нежное, не забитое мукой. Очень такое приятное тесто. Закрываем крышкой и оставляем где-то еще на 20 минут. 20 минут прошло. Вот такое вот тесто воздушное у нас получилось. Берем остаток муки 150 граммов. Присыпаем рабочую поверхность мукой и вываливаем наше тесто. Тесто очень нежное, но работать приятно. Такое оно липкое, но приятное. Делим на такие маленькие кусочки, формируем колобочки и убираем в сторону. Тесто, посмотрите, какое пузырчатое. Присыпаем сверху мукой чуть-чуть. Накрываем и оставляем где-то на 10 минут. Тесто отдохнуло. Выкладываем на противень. Выпекать будем при температуре 180 либо 200 градусов. Всегда смотрите на свою рабочую духовку, температуру в духовке. И будем выпекать до румяности. Немного вот так вот я пальцами приплющиваю каждую лепешку. И даю немного отдохнуть, пока у нас нагревается духовка. Приготовим намазку или с чем мы будем обмазывать. Здесь у меня желток и каймак. Вы можете взять сметану.
обычную. Добавляем немного воды, прям чуть-чуть совсем. И наша намазка готова. Еще раз немного приплющу, слегка. И на каждую лепешку где-то по столовой ложке. Я обмазываю рукой, так удобнее. По желанию вы можете присыпать кунжутом. Все, отправили выпекаться до румяности. Вот такие вот у нас лепешки получились. Они очень воздушные, нежные, очень вкусные, ароматные. Приготовьте, попробуйте. Надеюсь, вам понравится такой рецепт. Готовится очень просто, получается очень вкусно. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. С вами была Саида. Всем мира и добра. Всем пока-пока.